Жуткое ДТП с украинским автобусом в Польше. 3 человека погибли, 37 находятся в больницах. Туристы из Львова направлялись на экскурсию в Вену. Всего в салоне находилось 54 человека, среди них были дети. На территории Подкарпатского воеводства в 40 километрах от Премышля на крутом повороте автобус вылетел с дорожной полосы, скатился со склона и перевернулся. 3 человека погибли на месте, остальных отправили в местные больницы. По словам свидетелей, водитель превысил скорость, мужчину уже задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы. У пострадавших ранения разной степени тяжести. Всю ночь на месте продолжались спасательные работы. Из автобуса извлекли тела погибших. На этом месте часто случаются аварии. Там стоит символический крест, который автобус, падая, просто снес. Мы доставали автобус, который был на несколько метров ниже дорожного полотна. Это было непросто. Пришлось использовать дополнительное оборудование. Еще одно ДТП произошло в Тернопольской области. Пострадали 10 пассажиров. Предварительной причиной аварии стал легковой автомобиль, который выехал на встречную полосу и влетел в микроавтобус. В результате удара маршрутка перевернулась и скатилась с дороги. Всех пострадавших доставили в больницу. Причины аварии установят следствие.